Наш путь сегодня идет в сторону Калифорнии, в сторону Лос-Анджелеса. Вот такого динозавра я увидел на дороге. Из кустов вылез вот этот вот побольше. Акулы мегалодонные. Тропа. Дино Тракс. И мы идем по ней. О, вот он, вот он. Вот этот динозавр, его делали 4 года. Трицераптор. Красота. Шикарное завершение сегодняшнего дня. У нас будет стейк, будут мидии и вот такой вот вид на океан. С одной стороны поджарилась, с другой стороны молочная. Ну что, доброе утро. Наш путь сегодня идет в сторону Калифорнии, в сторону Лос-Анджелеса. Пока делаем вот такие вот небольшие остановки на вот таких вот пляжах. Что мы здесь видим? Просто прекрасную природу, шум океана, свежий воздух и горы. Очень красиво. Надеюсь, вам тоже нравится. Называется Ocean Beach Picnic Area. Так, по дороге ехали-ехали, увидел такую вот надпись на карте. Орегонские дюны. Сейчас, может быть, найду. Фи-стейшн. Что за фи-стейшн? Вы что, болеете? Мы можем положить ваш чек в фонд краткосрочных инвестиций. Затем мы реинвестируем сбережения в счета с иностранной валютой со сложными процентами. И... их нет. Чего? Их нет, они пропали. Welcome Oregon Dunes Day Use Area. Идем посмотрим. Что это за area? Едешь, смотришь по карте, по навигатору, по дороге, знаки, сайны. Наверное, это эти, вот судя по рисунку, гуляющие холмы песка, да? И вот так вот не говори, короче, я повторяюсь, ехали-ехали, и вот прибыли. Чё, инновей? Короче, вот такой вот динозавр нас встречает. So вот такого динозавра я увидел на дороге. Из кустов вылез вот этот вот побольше. Life Size Dinosaurus. Начали мы с отдела сувениров. Хочу показать кофты, кепки, шляпки, игрушки. Акулы мегалодонные. Смотри, он огромный. $442. А теперь посмотрим, насколько детка голодна после завтрака. Тропа. Дино Тракс. И мы идем по ней. О, вот он, вот он. Вот этот динозавр, девочка нам сказала, что его делали 4 года. Это реплика. Реплика, это имеется в виду копия под настоящего. Это... динозавр. Ага. Он в камеру не влазит. Сделали его слишком большим. Так я понимаю, что вот это вот Брахинозаврус. То есть он был длиной 86 фитов. Его голова была от земли на высоте 46 фитов. And his estimated life weight. И его вес за жизнь составлял 85 тонн. И он жил 125 миллионов лет тому назад. Так, побывав здесь у большого, мы идем вот к вот такому. Трицераптор. Сразу узнаешь его по милой окраске. По его таким вот большим зубкам. Вес его составляет от 6 до 8 тонн. Длина 28 фитов. Вот, это уже интересная раскраска. 250 миллионов лет тому назад. Зовут его Диметродон. Диметродон. Диатрима. Диатрима. Птица переросток. Это Архелон. Он жил всего лишь 70 лет миллионов тому назад. И вот возле Архелона, видишь, вот это обезьяны тоже. А, это не обезьяна. Это Листорасус. Представляешь, он сейчас такой жук побежит на меня. Пистагосаурус. 100 миллионов лет назад. Не, ну это прикольный пацан. Такое, слышишь, на бодрячке. Так, жик, лапки так, диджей. Так, вот это Анкулазаурус. 70 миллионов лет назад. Класс! Видишь? Говорил же. Любуйся крупными планами 4 динозаврин. Анкилозавры, Паравотель, и тут 5 динозавров. Вот к стоматологу пришел пацан. Говорит, смотри мои зубки. Эласмозаврус. 70 миллионов лет тому назад. О, так это водоплавающий. Дурачок! Трахудон. Инчусау. Инчусау. Будем тебя так называть. Инчусау. Бэби Трицераптор. Где-то здесь маленькие трицерапторы. О, вон, посмотри, яички какие. Посмотри, какие маленькие. Представляешь, яйца нашли в 1923 году. Гинограднус. Граднус. 225 миллионов лет назад. Это стегозавр. Вот такие вот у него глазки в расцветке украинского флага. Символика Украины не покидает нас нигде. Вон, смотри, брундучок, смотри, по доске побежал. Сеймория. Наверняка умерла порядка 250 миллионов лет тому назад, согласно сказанной информации на табличке. Орегон, можно сказать, удивил. В целом, я люблю море, люблю океан, люблю воду, красота. Кстати, он действительно очень тихий. Pacific Ocean. Pretty cool, huh? Стих. 200 грамм мяса. Смотри, какое небо красивое, в полосках все. Короче, план такой. Мидии нашли. Сейчас поедем, купим гриль. Чтобы не остаться наверняка голодными, купим, не знаю, килограмм креветок. Осталось найти место, где это все можно разжечь и пожарить. Так что вот такие вот планы на ближайший час. Нашли вот такой вот замечательный пляж. Вон людишки уже делают гриль, видишь? Мы будем на берегу этого океана. Шикарное завершение сегодняшнего дня. А у нас будет стейк, будут мидии. И дальше чем Бог порадовал. И вот такой вот вид на океан. Пошли раскладываться. Так, смотри, как все сказочно оформлено. Питьевой фонтанчик. Гриль уже собрали практически. И у нас все есть. Сейчас из кульков потихонечку все достанем. Топ сирлеон стейк. Такие вот. Была еще скидка. И баранина. Ну и мидии где-то будет мидии. О, а краба ты принесла? Да. Это короче, увидишь все это. Вот и все. Вот отпустил, чуть-чуть повернул. Хочу показать вид на Рена, гостиницу. Может быть, мы сегодня здесь и будем ночевать. Вид на океан. Но мне кажется, надо палатки покупать. Палатку, матрас, и так, смотри, как они круто, с видом на какие-то острова, да? Все, дело за малым, соль, перец, маринад. What? I set up a picnic. Do you not like picnic? Смотри, кукуруза, картошка, мидия, мясо ждет. И я поставил суп греться. Надеюсь, будет интересно. Какой был суп, я уже забыл, наклейка только что догорела. Кукурузку разрезал. Смотри, с одной стороны поджарилась, с другой стороны молочная. И в обоих случаях она сочная. Пришли наши, это как назвать вас? Местные жители, которые претендуют на наши мидии, скорее всего. Баранина вообще шикарная. Можно было 20 кусков взять. Уже суп начали кушать с фрикадельками, с макаронками, морковка. Где-то даже курица всплыла. Курица. Ждем, посмотрим, что там. Я сейчас покажу, нам пришла коробочка от Amazon. Это DJI Mini 3 Pro. То бишь новая, последняя версия маленького мишки, миньки. Вам приятного просмотра, мне удачи с этим девайсом. Пошли смотреть, что в этих горах происходит. Hemingway Harbor, так, как озеро называется, вот, Lake Mead. Батарейки, я понимаю, у нас на 25 минут.